Во Берлине то было в городе, там, где гансы живут и дитрихи. А на улице неприметненькой жил советский разведчик Штирлицток. Сам мужчина он был хорошенький, к ему женщины так и клеились, а он их так ласково к выходу, потому что любил только родину. А задача его была трудная, обмануть он был должен Мюллера, Шелленберга запутать с Борманом, чтобы те запутали Гитлера. А радистка, она ведь женщина, как давай ружать на мальчика. А он первый был, тяжело пошел, она все пароли и крикнула, тут бы всем конец. Да явился он сам хорошенький и спокойненький, спас ее от фашистских нянечек, а не спас от Хельмута с Барбарой, а не мальчика-то раздетого. Лакошка пытали холодом, а с другого окошка камешком выпадал профессор расселенный, а на сереньком чемоданчике отпечатки нашли советские. Мюллер так-то был не из добреньких, ну а тут совсем распоясался и в глухой подвал посадил его и заставил спички раскладывать. А сам гад подглядывал шелочку, не разложит ли он слово «Родина». Тут бы всем конец, да не сдался он. Сам спокойный, рассудительный, доказал ему всем, что он не шпион, а не болваны фашистские. Идет он по коридорчику, ему честь отдают охранники. Видят все, что Максим Максимович арестовать. Руки короткие, и плывет над ним сизо облако, беломордымок и бредонога, и слезятся в глаза фашистские, и не видят, что он Будённов день.